Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максим Мадзе. И вчера у нас, где-то в середине дня, вышла новая версия, вторая демо-версия ремастера от Social Media Life Production. Neighbors from Hell Remastered от Social Media Life Production. Извиняюсь сразу, что нету звука, потому что в игре звук настолько громкий, что если будем играть со звуком, меня просто будет не слышно. К сожалению, не добавили возможность убавлять, прибавлять громкость звука, поэтому придется играть без звука. У меня микрофон стоит на 100% громкости, но может у меня микрофон старый, поэтому тихий, выше громкость поставить нельзя. Но у меня он на 100% стоит, и игра все равно работает громче намного. Поэтому, если вы хотите со звуком что-то там посмотреть, то скачайте просто по ссылке в описании демку эту и сами посмотрите. В общем, я уже немножко тут посмотрел эту демку и разочаровался немного. Вот сейчас я тут открою в телефоне. Там написали, как управлять в игре. Управление мышью не добавили. Управлять вообще неудобно. Нет, как управлять нам ничего никто тут не сказал. Сейчас посмотрим, найдем. Так где же он тут, а? Надо посмотреть, как управлять. Надо управление, короче, посмотреть, а то очень сложно это все делать. Да блин, ну где же это? Ну сколько записей-то у них тут, а? Кошмар. В группе, когда соседы, где они, собственно, опубликовали это дело... Демо у них там так далеко было. А, вспомнил, когда она была. Сейчас найдем. Сейчас. Нашел. Посмотрим. Вот у меня управление тут перед глазами будет стоять. Блин, капец, управление, честно говоря, вообще неудобное. Ладно. Вот можно прям в группу игры зайти, блин. Спасибо за рекламу. Достижения вот есть. В настройках есть 4 недоступных пункта, которые потом добавят. Музыка и звуки. Их можно просто включить и выключить. Ну, звуки те же самые, ничего не поменялось насчет звуков. Можно включить и выключить интерфейс, можно в оконном режиме или не в оконном режиме играть. Также есть еще какой-то пункт, который пока недоступен. Ладно, в общем, начинаем игру. Еще 3 режима, кроме сладкой мести, будут потом. Есть также плохая новость. Релиз игры, то есть полная версия, в этом году не выйдет. Выйдет как минимум в 2021 году. Потому что слишком много у разработчиков работы для того, чтобы сделать полностью ремастер, превзойти ремастер от THQ Nordic. Не знаю, получится ли у них это или нет, судя по тому, какое тут управление вообще. Но может и получится. Во всяком случае, уровни тут претерпели изменения. Ладно. В первой демо-версии у нас был всего один уровень. Теперь их 4. Давайте каждый по очереди посмотрим. Первые шаги. Первый шаг всегда самый тяжелый, но надо себя пересилить. Поэтому потренируйтесь в этом пилотном эпизоде. Вы научитесь шастать по дому, использовать подвернувшиеся предметы для построения пакости тупому соседу. И другим тонкостям нашего реалити-шоу. Удачи в освоении, хорошо повеселиться. Ладно, погнали. Звуки абсолютно те же самые, так что не волнуйтесь, если вы что-то там не узнали. Но если вы хотите поиграть со звуками, просто скачайте по ссылке в описании. Так. Да-да-да, пробел надо нажимать все время. Так. Подойди к комоду. А, отлично, подошел к комоду. Я первый раз, когда запустил, я подходил к комоду, подходил. Эта зеленая метка никак не убиралась. Так. Какую там кнопку нажать надо? Букву А надо нажать. Ну да, по управлению тоже буква А.
Как ты уже заметил, все найденные предметы помещаются в поле инвентаря. С. С ними можно напакостить. Пробел. Наш сосед отчухался, посмотрим, что он будет делать. Ротвиллер человек страшно последовательный. В каждом эпизоде у него много разных занятий, да. Пробел. Управление. Обещают настроить, что добавит возможность настроить управление под себя. Но пока такой возможности нет. Я сомневаюсь, что добавит управление мышкой, но лучше бы добавили управление мышкой. Управлять на клавиатуре это капец как неудобно. Так. Нажми кнопку S. А, то есть переключиться на инвентарь кнопку S, господи, ну это же вообще неудобно. Так, вот так это управлять инвентарем. На А сделать пакость. Отлично. Зашибенно. Пипец, какое офигенное управление. До ужаса. Звуки абсолютно те же. Абсолютно те же, я это проверял. У нас есть еще одна пакость, да? Ничего, сейчас мы ее сделаем. Насколько я понял, можно где угодно шарики рассыпать. Мыло положить и так далее. Вообще в любом месте. А может и не в любом месте, не знаю. Где я встал, он там и положил, по-моему. Много больших наград ты получишь за 100% прохождения. О, я это буду очень рад, конечно. Так, а, закончить. Так, первый уровень, который мы прошли. Шаги эксперта, вы уже вникли в суть шоу, однако осталось еще несколько тонкостей. У Ротвиллера есть помощники в виде животных, а также укрытие, которое, в свою очередь, помощники нам. Да и, в общем, неплохо бы уметь сбегать от этого недоумка, так что вам еще есть чему научиться. Остался последний рывок, и мы готовы к съемкам. Ладно, погнали. Так, собака представляет. Курсор, кстати, вот есть, как вы видите. Но управление все именно на кнопках. Так, зажав кнопку D английскую, мы можем управлять камерой. Нажав на кнопку F, можно переключать камеру либо на Вуди, либо на соседа. Так, Escape, это кнопка меню, вот так. Нажав H... Нажимает, а убирается или появляется интерфейс. На P игра ставится на паузу. Надеюсь, тебе не надоело. Не надоело еще. Еще не может никак надоесть-то пока. Так, с помощью кнопки А берем вещи. А. Зажми любой Ctrl и крадись к стулу. Отлично. И также спуститься вниз, да? Понятно. Блин, вот во что-то мелкое врежешься и застрянешь. Это не очень приятно. Так, какую там кнопку? F надо нажать, да? Оу. Блин, ну чё... Качество текстур хуже, чем в оригинальной, когда стоит соседа, конечно. Но, надеюсь, это не насильно долго. Так, и на чай используем вот эту вот соль, да? Так, вроде бы я разобрался в управлении. Давайте даже уберем телефон. Он нам не пригодится, наверное. Думаю, на этом все. Ну, похоже на то, что да. Ограничение по времени есть. Его убрать, судя по всему, нельзя. Что? Что? Как это-то? Как это? А, в шкаф спрятаться надо было. Я понял, нас учат убегать от соседа как. Ну, заходи в дверь, что ты это, самое-то, застреваешь? Дебил, ну вот. Ай, капец. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Да блин, ну вот откуда я это мог знать, а? А, нет, не закончить. Давайте заново. Пробел. Господи.
нельзя это все пропускать. F, F, пробел, 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 пробел. Так, берем кнопку А. О, если отойдешь, кому-то останется открытым или что-то еще, но мы не успеем взять. Так, ладно, еще раз сделаем пакость. Нажимаем Ctrl, переключаемся на инвентарь. Управление, честно говоря, вообще не удобно. Ну, я нажал Ctrl. А, нельзя двигаться, что ли? А, пробел надо нажать. Пробел, 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 пробел. Как это раздражает меня. Обучалка, обучалка, так себе. Не, вообще ремастер-то интересный на самом деле. Но просто есть некоторые неудобства, которые надо исправлять. Мне нравится, что уровни вот поменялись. С усилиями Live Production тут постарались неплохо, но управление надо дорабатывать. Так, переключаем камеру опять на Woody. Включаем инвентарь, используем соль для чая. Нас, короче, сейчас будут обучать, как убегать от соседа. Это очень даже хорошая вещь. Пробел. Пробел, я нажимаю на пробел. Пробел, дебил, нажимай. Да ты чё? Врезаешься в что-нибудь мелкое обязательно, да? Фух, скрылись. Так, спрятались в шкафу и... Понятно. Возможность убегать от соседа — это респект. Консоль... Тут она даже лучше, мне кажется, реализована, чем в консольной версии. А он и на выходную дверь тоже-то пошел. Прошли мы с вами обучение. Теперь переходим... Вот этот эпизод был доступен в первой демке. Сюрприз на день рождения. Сед отмечает день рождения у друзей, у бедолаги нет, поэтому в одиночку. Набор занятий для праздника у него весьма скудный. Задувает свечи и желает себе всего, чего он достиг бы, не будь идиотом. Проверяет почту, надеясь на кто-нибудь его напоследок запускает конфетти. Вуди, разумеется, не приглашен, но это ему вообще не мешает. Ладно, погнали. Этот уровень изменен, в отличие от первой демки. Изменен он тем, что вот первый этаж вот изменен, видите? Тут вдобавок появилось вот некое подобие вот этой вот углов, вот этих вот, видите? Так что игра стала еще и более трехмерной, так сказать. Так, в аптечке пластырь, пакости с ним не сделаешь. Ой, а на какую кнопку? А, удерживать надо. Понятно, понятно. Так, с пакостями задерживаться нельзя. А, я же опять из комода-то ничего не забыл взять. Я раньше времени ушел. А, спрячься быстро. Ух, ё-моё. Что он берет среди этих... А, конфетти запускает. Понятно. Ну, это хоть новая пакость есть. Это мне нравится. Все. Также видно улицу. Это хорошо. Есть также эффекты темноты. Тоже очень хорошо. Так, мышка здесь. Мышеловка, точнее. Так, подбираем все предметы, короче, как всегда. В холодильнике, я помню, нету ничего. Так, ставим это сюда. Так, он запускает конфетти. Пусть идет теперь на кухню. Так, она у него там взорвется сейчас. Ох, ну я не успел положить мышку туда. Мышеловку. Теперь придется заново опять все делать.
Ну, хотя бы с конфетти что-то сделать успел. О-хо-хо, обалдеть. Вот это было красиво. А, я вспомнил, для чего фломастер-то нужен. Нет, не нужен. А какие еще две пакости? Неужто опять? Блин, я не знаю, какие еще пакости там есть. А, блин, понял я. Понял, что я забыл сделать. Перезапуск, давай. Я понял, зачем эти листовки там валяются. Так, заглядываем в комод. Я понял, зачем нужны эти листовки. Или не понял. А, нет, понял. Используем фломастер на бумаге. Все, я все понял. Давай, беги отсюда скорее. Куда ты вышел-то? Ой-ой-ой. Кстати, очень хорошо, что можно сюда выйти и спрятаться. Это довольно приятный фактор. То есть можно тут прятаться и все такое. Но чтобы закончить уровень, надо специальную кнопку нажать. Так, кладем мышеловку. Ну и, наверное, мы кладем также. В смысле, я что, не положил ее туда, получается? Ой-ой-ой, он же сюда же пойдет. Блин, я в ловушке. Он же выйдет на улицу сейчас. Хотя, может, будет возможность убежать сейчас. Нет, не будет возможности. Трех жизней, кстати, нет. Никаких трех жизней нет. Может, потом добавят. Хотя, на самом деле, вряд ли. А, господи, вот еще одна пакость оказывается тут. Мини-игра, офигеть какая мини-игра. Просто зашибись. Насколько я помню, ее надо положить в аптечку. Эту крысу. Так, переключаемся на интерфейс. Блин, капец, как неудобно управлять, а. Крысу в аптечку кладем. Ха-ха-ха. Капец. Так. Так. Письмецо туда. Куда вышел? Куда вышел? Нам туда пока нельзя. Привет, милый Ротвиллер. Тебе пишет та самая соседка с дома напротив, за которой ты подглядывал, словничка. Я сначала была в гневе, потом поняла, что это было захватывающе. За тобой наблюдает столь импозантный мужчина, тебе ведь сегодня день рождения. Почему бы тебе не прийти ко мне домой за особым подарком? Я тебя жду. Хе-хе-хе-хе, сейчас капец какой будет. Давай, вернись. Сейчас капец. Ха-ха-ха, офигеть. Вот эта рожа у него была сейчас. Кошмар, блин. Ну, конфетти я бы не успел бы подгадить. Еще вот с этим управлением путайся.
Так, вылазим из шкафа, кладем мышеловку. А также мы... Блин, конфетти-то там на кухне лежит. Блин, а время заканчивается еще и... Так, кладем шутиху сюда. Ха-ха! Укусила его крыса внутри. Когда выйдет полностью ремастер, мы обязательно на него снимем прохождение. Надеюсь, управление будет лучше. Так, конфетти надо еще подпортить. Надеюсь, в минуту сосед уложится со запуском этих самых фиговин. Ну все. Так, еще одна пакость осталась. Можно, в принципе, завершить уровень. Но надеюсь, сосед успеет дойти до конфетти и зажжет его. Успеет, 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 успеет. Ну все. Мы прошли. Не очень хорошо, конечно, но 91% нормально. И еще один уровень у нас остался. Время в ванной. Сосед решил помыться. Видимо, мужик совсем сбрендил. Но не хватало мылу душистому, и он наконец на это решился. Перед походом в ванную Ротвейлер увлекается эротическим журналом. Ха-ха. Также его потянуло на сладкое, он поглощает конфеты и готовит пудинг на кухне. Чистый и опрятный хозяин всегда привлекает гостей в дом, что повидно и по Вуди тоже. Ладно, погнали. Да, журнал выглядит у нас по-другому. Теперь он синий, а не красный, как это было в оригинале. Да, дом соседа поменялся. Поменялся немножко. Это очень хорошо. Только почему-то на картинке соседа журнал в клее сразу. А, я взял из комода, я надеюсь, все. Так, вот здесь у нас находится бутылка, ее надо взять. В холодильнике что-нибудь есть? Что-то я не вижу, чтобы... А, вот шкафчик же есть. Здесь есть ножницы. А вот клей где взять? Может, я в комоде забыл посмотреть? Да нет, я взял его. Может, этот шкафчик? Нет. Так, во всяком случае, надо набрать бутылку. Блин, я забыл волосинам добавить. Ну ладно. Так, а вот чем испортить альбом-то? Клей где валяется? А, я, кстати, помню, в трейлере смотрел, пока он моется, можно что-то сделать. Так, шарики, конфетки кладем. Да, можно мыло где угодно, судя по всему, положить. Интересно, он побежит в ванну сейчас или нет? Нет, не побежит. А, ножницы, может, для альбома нужны? А, он пошел мыло обратно класть туда. Ну ладно. Нифига себе, блин. Так, ножницы на жур... не на журнале, тогда на альбоме. А что тогда на альбоме надо использовать, если не ножницы? И куда ножницы вообще использовать надо? Хо-хо, ничего себе, у него там какая фигня произошла. А ножницы для чего? Я не знаю. Может, какие-то новые пакости, конечно, есть. О, бежим!
Портрет. Вот это? Это? Ого, офигеть. Давай, иди быстрее. Ай, не успею. Выходи быстро. Я не успею. Вот оно, что надо делать в журнал. Офигеть, офигеть. Вот это сосед ужаснется, когда увидит фотографию своей мамаши там внутри. Офигеть, пакости понаработали. Только вот управление разберись, это мне не нравится. Блин, опять придется ждать, пока он обратно, пока он опять ванну наполнять соберется. Фух, блин, ну ладно. В пакостях мы разобрались хотя бы. Может, я, конечно, сейчас тупил вообще в это, во всем этом выпуске, но, блин. Так, за 2 минуты, надеюсь, уложится. Мы должны будем обязательно волосин этот в ванну положить, чтобы все было. Так, у нас 3 пакости какие-то еще. Какие такие 3 пакости у нас еще там есть? Разве не одна? Ну-ка, вылазь из шкафа, давай. Ну, положим мыло на всякий случай еще раз сюда. На всякий случай еще раз вот так сделаю. Тут ничего нельзя сделать? Нет, нельзя, походу. Ну и ладно. Посмотрим на последнюю пакость и надеюсь, что это все. А, он не поскользнулся, он заметил его. Офигеть, 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 офигеть. Да, какая-то еще. Какую-то мы еще пакость забыли сделать. Какую? Я не знаю, ребята. Закончим, наверное, на этом, потому что я не знаю, какая там еще пакость. Если вы знаете, какие там еще есть пакости, напишите обязательно в комментариях. Ладно. Такая вот демка. Спросите еще раз, что без звука было. Ладно. В смысле 87%? Я на 91% прошел ее. Бред какой-то, понятно. Ладно, в общем. Всем спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал и группу ВКонтакте. Всем пока.